Всем привет, с вами Скрудж. Сегодня мы будем продолжать играть в Battlefield 3. Что ж, давайте приступим к нашей следующей миссии. Хокинс, только что подняли уровень тревоги. Планы изменились. Отбываем прямо сейчас. Сегодня с нами работает УАК. Не время для какой-то вялой поддержки земли. ЦНАП ведет нас в курс по десанту, но отправимся мы на ударное задание в Тегеран, аэропорт Мехрабад. У разведки есть снимки. Думают, нашли Аль-Башира. Так что точи клыки, Хокинс. Сегодня идем за большой добычей. Пожалуй, так и есть. В воздухе уже полно иранцев. Уровень срани 97%. Так, это у нас авианосец получается. Здоровый, огромный американский авианосец. Лады, пора веселиться! Так, как я понял, сейчас мы будем вторым пилотом отвечать за доведение пушек и будем бомбить наши цели. Закройте, пожалуйста. Так, что опять у меня с мышкой? Что у меня с мышкой? Почему такая большая чувствительность? Все работает, командир. Давай, полетели. Проверка вооружения. Инициация на съемном дисплее. Прямо по курсу зеленые огни. Переключаемся на пушку. Это нас обучает, как пользоваться снаряжением самолета. Так, оружие и средства защиты готовы. Задние в порядке, верхние в порядке, нижние в порядке, они потушены. Ты там готова? Мы идем. Даю давление. Ну что ж, давайте приступим. Давайте. Так, какое у нас теперь задание будет? Акула 4-6, я Акула 4-2. Выравниваюсь у вас по правому борту. Так, это наш напарник, который выравнивается у нас по правому борту. Очень близко, кстати, летит. Поворачивай.
Оружие готово. Один пулемет, два ракеты, все, там тыры-пыры, все дела. Уже готов. Ни черта не видно, дорогие друзья. Серия обещает быть динамичной, мне это радует. Давай, давай, выпускайте уже, я готов. Пока не дают стрелять. Он сзади. Ловушки. Да я нажимаю, готовлю. Понял, навожусь. Пока буду пробовать с пулемета его гасить. Уходит собака. Не получается его вперед скинуть. Это не очень хорошо сейчас. Сложно. Сложно. На таком уровне сложности. Пока не получается у меня никого подбить. Но сейчас будем пробовать обязательно. Он
Напряженная схваточка, дорогие друзья. Очень сконцентрирован. Пока не получается убрать этих летчиков. Залетчиков. Готов. Наконец-то. Все? А где второй? Или второго сбили? Это было здорово. Это было вообще здорово. Мне очень понравилось. А, вот еще один. Есть контакт. Все. Спасли нашего товарища. Обходи, обходи его. Сейчас я его возьму. Готов. Эти воздушные бои вообще впечатляют на самом деле. Очень здорово. Сейчас он его подстрелит, да? А, блин. Неприятно. Да даю, я даю. Там целых двое сзади. Пока не получается их обойти. Нужно выбрать момент, и я буду с ракеты стрелять сразу. Так эффективнее, чем пулеметом. А что с мышкой? Что с мышкой? Так, господи. Сейчас он переходит вперед, и я его ракеты постараюсь хлопнуть. Пока ракет не летит,
как-то пока не получается. Все. Надеюсь, это все. Потому что вот это вот... Потому что у меня мышка сходит с ума вместе с курсором. Это вообще кошмар какой-то. Но здорово, у нас получилось, друзья. Правда, нашего приятеля сбили, это, конечно, не очень. Беспилотник сбили. Так, у нас будет поражение наземных целей сейчас. Ну-ка. Я переключился. Давай, помечай ПВО. Перед выстрелом убедись, что мы нормально прицелились на их радар. Уничтожь установки. Прямое попадание. Не дай на нас навестись. Так, он еще не перезарядился, походу. Все, теперь готово. Запуск. Так, где еще эти цели? Все, больше не вижу. 4-6, это Жнец-1. Видим бензовозы, пересекающие взлетную полосу. Похоже, иду к истребителям, как поняли. Гарпун 2-2, мы подсвечиваем вам цели, как поняли... Поняли, поняли. Управляемая ракета. Самолеты вижу. Отлично. Давайте еще раз. Веду вашу цель. Вон мы ушли. Отлично! Так, самолеты. Я где-то сверху. Вот еще. Еще два стоят. Давайте их тоже зарешаем. И последняя болваночка полетела сейчас. Готов. Все, больше самолетов я не вижу. Вроде бы их было только 4. Из укрепленного бункера выкатывают самолет. Мы пытаемся стартовать. Прием. Укрепленный бункер. Конечно, прямое. Так, вот еще один. Это Жнец-1. У нас тут еще один истребитель рулит к взлетной. Отлично! Ну что, без осечек? Так, теперь нужно какие-то будут грузовики сейчас бомбить. Достать его во время захода. Жнец-1, это большой 212. Внимание, к вам на низкой скорости приближается один летательный аппарат.
4-6 на позиции. 4-6, это жнец 1. Для идентификации нашей цели нам нужно подождать, пока они выйдут из машин. Ожидайте сигнала. Понял вас. Бульдог 3-3. Мы вам подсветим для проведения атаки. Как поняли? Понял вас. Слышу хорошо. На подходе. Это точно ЗСО. Даем разрешение на атаку. Разрешение на атаку. Подсвечивай. 3-3 ожидает. Они садятся вертолет. Так, это новое какое-то оружие. А, вот оно как. Ну все. Люди разбегаются, можете их уничтожать. Ага. Принял. 3 секунды. А вот этих мы не застали еще. Ну, здесь двое вроде бы бегут. Внимание всем подземным. Базу зачищают свои. Запрет на атаки наземных сил. Понял вас. Слышу хорошо. Выключай камеру. Возвращаемся на корабль. Все. Большой 212. Акула 4-6 выходит из зоны действий. Понял вас. Ложитесь на курс 0-4-0. Над водой возможно движение. 212. Все, походу, дорогие друзья, наша воздушная миссия закончилась. Или еще нет, я не знаю. Доходим на посадку. Но чувствую, что что-то будет не так. Что-то будет не так. Ладно, сейчас посмотрим. Да нет, все шикарно. С возвращением, как говорится. Славная история, но я как-то связи не вижу. Мне вам карту нарисовать? Не было там никогда Аль-Башира, потому-то вы и прибыли. Мы знали, что он был в Тегеране, где-то прятался. Понятно. И до того момента вы не верили, что Аль-Башир связан с Соломоном. Не видели связи. Я знал только то, что видел в Курдистане. Там у Соломон. У меня вопрос. Аль-Башир для них герой нации. Нам надо было оставить его в покое. Это ведь вы сказали? Нет. А кто? Не знаю. И кто командира подстрелил, мы не в курсе. Пошел нахер! Не забывай, что тут происходит. Это не суд. Ты виновен, и я знаю конец твоей блядской истории. Мы здесь не за тем, чтобы его мордовать. Отпусти его. На этот счет у нас есть четкий приказ. Я просто хочу добраться до сути и сделать это чисто. Ладно. Расскажите, как вы нашли бомбу в Тегеране. Так, сейчас мы будем играть в Тегеране. И что-то там узнавать насчет бомбы. Город-то не маленький. Орудий на грузовиках пока. А эту миссию, дорогие друзья, мы с вами пройдем в следующей серии. Сейчас нам, к сожалению, пора заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и всем удачи. Пока.